Как дела в Кременчуге? А что, я по пьянке с вами общался? Да нет, я вижу по геолокейшн. Вы же с Кременчуга? Угу. Ну, вот. Понятно. Прямо не так оно и есть. А чем общаетесь? Рашка говно, Путин хуйло. Это все общение или есть какие-нибудь конкретные? Нет, это тенденция. Я хочу покурить уже. Да нет, ну это. Ну я... Беру. Я рядом. Че, да я нормально, рядом. Кури на месте, господи. Че там, покурить, это на рабочем месте святое дело. Ну окей, да. А что, чтобы прикурить, нужно как-то бегать за спичками, что ли, или что? Собака подлая, блин, не бегает. А, зажигалку тащили? Ну, скотина. У меня же вот такая, мелкая. Ну, понятно. Ладно, понимаешь, это я чего там, которые 100 долларов стоит, ну, вы знаете. Ну, я понимаю. Блин. Зажигалка эта столик. Вот. И сука, блин, забрала и все. И дорожка конченая, блин. Хотя он горит. Ну понятно. Так что это самое? За кого голосовали-то, если не секрет? За Пороха. И в первом туре за Пороха. А что значит за Пороха? Я за Пороха знал. Не, ну я не против, я попрям, что во втором туре за Пороха. И в первом туре за Пороха. Может, в первом туре там за... Нет, в первом туре за Пороха. За Смешкова многие голосовали. Я понял вас, да. А чем Порох-то нравился? Ни о чем. Ну, понятно. Не, ну Порох такой, у него есть какие-то заслуги? Не интересен, по определению. Я голосовал за Пороха. Я понял это, да. И ваше право, кто же ходит. Да. Понятно. Ну окей, вопросы есть какие еще, нет? Да нет. Ну ладно. Всех благ. И здесь, на этом перекрестке. Я откуда сам? Я из Украины, давно Петровск. Украина, я так вижу. С какого города? Я же сказал, давно Петровск. А, я не расслышал. Да, я из Торонто. А, Торонто? Да. О чем беседуете, да, в рулетке? Я вот где-то месяц не был, заходил там с людьми пообщаться разными темами и о жизни, и о всякого. Ну а что... вот я общаюсь на разные темы. Задавайте тему, если будет интересно, будем общаться. Вы сами из России? Я из Канады, я же сказал, из Торонто. Не, я понял, вы сам живете в Канаде, а вы туда приезжаете, вы же там не родились? Ну да, да. Ну я русский, но из Харькова. Я русский, но из Харькова. Ну, мы же ровесники почти, может, вы старше на меня, может быть, чуть-чуть, но... Ну да. Ну, Торонто это... Там многие есть из Украины, которые живут там. По-моему, еще какой-то блогер есть. Не из Торонто или откуда там Миша его зовут? Ну, Миша из Эдмонтона. А, Эдмонтон, извиняюсь. Да, я иногда тоже... там в Ютубе смотрю, там интересно. Там. Я тоже блогер, только меньше, чем Миша. Ну, по просмотрам, по подписчикам. По количеству подписчиков, да? Да, меньше, чем Миша. Ну, тоже блогер. Так что, если хотите, задавайте вопросы, можем побеседовать. Ну, чтобы спрашивать, как в Канаде, я не буду спрашивать, потому что, в принципе, я знаю, я там не был и никогда и не хочу быть там. За кого голосовали, если не секрет? Я за Зеленского, конечно. А в первом туре? Тоже в целом Зеленского. И за Слугу народов на парламентской, да? Да, все. Понятно.
Почему? Потому что я так думаю, Я не знаю. Я вообще-то в жизни никогда на выборах не шел. Этот раз я пошел. Почему? Потому что я вижу, что в нашем Украине осталось вот это наверняка, ну, не хочу там грубо сказать, но это последний шаг. А вы сами, если не секрет, по этносу кто? Родом из Армении. Армянин, да? Армянин, да. Город Кировац. Ну, я понял, да. Ну, окей, ладно. Это самое. Ладно, секундочку. И здесь, на этом перекрестке, где ты увидишь меня? Класс, продолжай. Что тебе нужно? И здесь, на этом перекрестке, в Торонто. Торонто? А конкретно? Какой район? Проспект Жукова, 12. Улица Колотушка, да? Да. А вы где? Я реально в Торонто. Ну что, у вас VPN стоит, что ли? Ну да. Да? Да, VPN стоит. Понятно. Ну что, как живется там? Пей, не пей. Да нормально. А вы что это, вы геймер или блогер? Смотри, антураж у вас такой, или просто? Нет, я не... Я радиоведущий. А, так ваша радиостанция своя? Не своя, просто радиоведущий, все. А, ведущий? Радиоведущий. Сейчас прямой эфир? Нет, я сейчас не на радио, просто такие наушники для этого. А, ну я вас понял. О чем беседуете в рулетке? Да, на самом деле, просто скучно, решили зайти, поразбавить немножко время. Ну, зайти с какими-то вопросами, есть вопросы, задавайте. Не знаю, мы сами ждем вопросов, в основном нам задают вопросы почему-то. А на какие темы беседуете? Ну, абсолютно на все темы. За кого голосовали? Я не голосовал. Из принципа? Или просто времени не было? Я голосовал. Ну, за Зеленского голосовали в основном. Из-за слуга народа, соответственно, парламентской, да? Да, конечно. Понятно. А вы бы за кого проголосовали на вашем месте? Ну, в смысле, за... Ну, не... Я бы за Окоблок проголосовал. За кого? За... Ну, который не прошел. Если про парламентский говорить. Шарим? Да нет, ОПА-блок, это... ОПА-блок, Шарим, это... Нет. ОПА-блок это Мураев. Мураев. Кто это? Шарим. Дима говорит, что он плохой человек. Шарим? Нет, Мураев. Ну, кому как. А кто хороший? А кто хороший? Не знаю. Не, ну не важно, какой человек. Человек говорит плохой, а политик неплохой. Смотря как и он ценит. Он говорит, что типа не важно, какой человек. Может быть, как человек он плохой, но политик типа неплохой. Да Шари спрашивает, плохой у вас? Шари нейтрал. Нейтральный. Нейтральный в относительно к нему? Да. Не смотрите его? Смотрю иногда, да. Ну, а почему нейтрально тогда, если смотрите? Значит, какую-то симпатию на вас вызывает все-таки? Нет, человек, если интересно создает ролики, это же не значит, что я ему там симпатизирую, нет. Просто ролики считаю, что он нормально создает. Сейчас, секунду. Понятно, до свидания. Отрубился. Хабихумхёра!